Коламбус, Арнольд Красик фестиваль. Я Александр Тимошенко, представляю портал Eslab.ru, представляю пресс-партнера Всемирной Федерации Бодибилдинга, и рядом со мной стоит Сергей Кулаев. Сергей сейчас нам коротко расскажет, сколько он весит, в какой категории выступает, как он готовился и какие, на какие результаты рассчитывает. Выступая в категории бодибилдинг 100+, взвесил сегодня 118 килограмм получилось. Это на 3-4 килограмма больше, чем в прошлом году. Форма хорошая. Думаю, судьи оценят мой труд. Формой доволен, то есть чем именно, что ты улучшил с твоей точки зрения за прошедший год? За год я стал более культуристичным. Очень хороший ответ, Сереж. Мы желаем тебе удачи, будем с тобой дальше работать. Спасибо большое, Саш. Борис Борисович, тебе тоже привет. Да, и большое спасибо. Большое спасибо. Все, все.